видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомай, рентгены дикие, волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. В роддомах ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Ткани поражены, рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах, пустеет город. Трещат приборы сквозь тонны бора, и песка летят нейтроны, сбоят нейроны, сходят слоями с тел покровы. Войска гражданской обороны в бою с граффитом несут уроны, призраков ждут вдовы дома. Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем, других настигнет позже цезий 137. Над человеческими ульями туча ползет, неправильные пчелы тащат в город неправильный йод. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомай, рентгены дикие, волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. Энергия навалом у нас тут, спасибо мирному атому. Махнем к твоим на Пасху, к моим на девятое. На этих выходных картоха на первое в лес. На наши планы целой эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы и здоровья нужен целый вагон. Айда на мост бегом, оттуда говорят, видю нагонь. Там по грязному притоку в прекрасное далеко начинает путь дары четвертого энергоблока. Да все в порядке в целом с фоном радиационным. Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов. Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма. Кто кого, московский Спартак или киевская Динамо? Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы. Некуда торопиться, впереди еще лет 30. Плутоний в зоне превратится в америций. Время разложит очевидцев по онкобольницам. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомай, рентгены дикие, волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. Ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах. А что у них за намерения? Они настроены дружелюбно? Логика подсказывает, что наличие передовой технологии свидетельствует о культуре. Они должны быть дружелюбны и просвещены. Человеческая же раса – агрессивный и опасный вид. Они должны больше опасаться нас, чем мы. Инопланетная склизкая мразь, со стеклом гермошлема скалит мерзкую пасть. Что говорит она, честно мне класть, я любую с ней поддерживать брезгую связь. Жвалы шевелятся в перекрестии, прицелы раны в голову, груди будут на месте хелицер. Я покажу тебе различия между землей и Марсом, то, что для тебя пунч-линия, у нас это бэт-барс. Убери от микрофона свои щупальца ублюдские, тебе так гуманоида миллиард лет эволюции. Вали на родину, веселей членистоногих, тамада марсианский, баянист убогий. Мелочный черт, жалок и мелок во всем, всосем, выстрим, ползем. Дыры по краям, там и там чернозем, что ин, что аут. Один разъем, не пробраться точно разума голосу Коранусу без позвоночного уробороса. Ментальный налаживать контакт с PlayStation, как картридж оранж выпихать в PlayStation. Невозможен диалог, тупо нет условий, не тянет поток, интеллект клопами. Из моих сотни строк ты два слова понял. Твой потолок, надписи на заборе. Ракета таранит корму, и твой корабль в дыму. Проделанный путь через тушу и тьму, напрасная трата ресурсов. И ты мне не нужен в плену, миров совершая войну. Покромсаю тебя лазером нашу урму.
Уязвимости уровень твой к моему, пропорция к квадриллион к одному. Ты интересен не потому, что ноунейм. Ты ноунейм, потому что не интересен. На карманной карте мира твой талант султана Бруней. Не разглядеть, даже если увеличить раз в 10. Ты не интересен не потому, что ноунейм. Ты ноунейм, потому что не интересен. На карманной карте мира твой талант султана Бруней. Не разглядеть, даже если увеличить раз в 10. Я никогда повторять не устану. Слава землянам! Слава землянам! Эй, марсианин, пиздеть, заканчивай. Смерть захватчика, смерть захватчика. Я никогда повторять не устану. Слава землянам, слава землянам. Эй, марсианин, пиздеть, заканчивай. Смерть захватчика, смерть захватчика. Я никогда повторять не устану. Слава землянам, слава землянам. Эй, марсианин, пиздеть, заканчивай. Смерть захватчика, смерть захватчика. Я никогда повторять не устану. Слава землянам, слава землянам. Эй, марсианин, пиздеть, заканчивай. Смерть захватчика, смерть захватчика. Пока что мы ждем. Брейкеры заканчивают свое шоу. Ну а мы готовим свое. Здесь живет на этом этаже моя бабушка. Она болеет. А вы так громко поете. Вы не могли бы потише? Чувак, отпусти микрофон. Ну да, конечно, пиздец дома, блядь. От рака излечиваются только те, кто очень сильно в это верит. 17-й принципиальный, блядь. Слышь, местный риф поплет, твой рост по карьерной ступени я превращу в лестничный пролет. Пока ты летишь, объясню, какой ты мерзкий пиздобол. Этот мудила максимально отвратно твердил, что вера — это единственная вакцинация от рака. Типа фанатики, все эти онкобольные гибнут не от рака, а от психосоматики. Это утопия, ты не туда поплыл, не о том еблет разеваешь. От рака верой не лечат, это билет на Титаник. Посмотри на себя со стороны и открой глаза. Это слишком личное, понимаешь, мудак. Я написал об этом трек 2 года назад, но выкинуть сеть так и не поднимал. Рука. Ты бегал по интервью, торговал раком матери, мол, пожалейте Ванька. Сам чуть не суициднулся, оставив собственных детей без отца. Так пожалейте Ванька, пожалейте Ванька. Такой позиции пользу не принести. Плюс-минус ноль, нойзов из 10. А как же единицей дома плюс 3? Вот первые проблемы, и вот ты в кусты. То непризнанный гений, то один на весь мир. Обидно внутри, это не 1 плюс 3. Это 4 минус 1, где 1 это ты. Только отпусти микрофон. Печалишься о государстве, фальшивый оппозиционер. Но ты не можешь высказываться о стране. Тем более учить тереть за бунтарство. Фанат Летова пытался убить себя. Лучше б ты убил себе государство. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебя ставят вышибал, только чтобы подмастить. И никак не навредить уязвимой гордости. Но ты никак не бог, и лик твой не икона. И ты пара со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут, святые из подлости. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью. Мне сказали взвесить все за и против, не надо брутально дисить. А я прикинул хуй к носу, только в буквальном смысле. За проход мне пох, слечу от скромного популиста. Но научу людей отличать рок-звезду от голого гитариста. Ваня гитарист, упрекает, что я юзаю старые приколы. Говорит, что Гриша баянист. Но о хорошем быстро забывают, а у плохого поступка нет срока годности. Вангую, Ванечка, рано или поздно появится новый герой. Кто тебя отпустить бы готов. И если однажды на Арбате тебе было похуй на больную бабушку, то спустя время человек с орбиты заставит тебя отпустить микрофон. Защищает больных, это напыщенная гнида. Затем вспоминает обид, гнида, затем вспоминает обид. Я не завидую имени, хотя в данный момент отлично впишется. Я завидую, что в отличие от меня ты в отличие с личностью. Вот таким лидером мнения быть отнюдь не опасно. Ты дичишь водителя Мерина, потом садишься за руль катафалка. Общественные волнения для тебя лишь источник для хайпа. Вот и сейчас ты пришел на батл, поешь про Чернобыль. Падла, ничтожество, тряпка. Общество с такими лидерами лучше быть неинтересным ноунеймом или ментом из Волгограда, чем творческим банкротом и бездомным бродягой. Вот он мной, собственной персоной. Давайте побатлите-ка, что вы ему скажете. У него и так все нормально с самокритикой. Его потолок еще высоко, его потолок скопленное злость. Но в попытках допрыгнуть до него он пробил собственное дно. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебя ставят выше бал, только чтобы подмастить. И никак не навредить уязвимой гордости. Но ты икона, и тут пара со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут, святые из подлости. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью. Пелевин пиздил у Газданова по
по-любому намеренно, но с недолго думая спиздил до Милола у Пелевина. Это издевательство над слушателем и надругательство над классиком. Вторичная хуйло, ты даже своровал то, что до тебя уже было украдено. Все перечитывают тексты Летова, чтобы почтить память, но нос выше всех, он у нас не такой артист, парни. Наш признанный артист берет припев гения, прибавляет три куплета и подписывает как фит. Еще и снимает клип, сука, что с тобой не так? Давай придумай сторителлинг, покажи, кто тут первый. Ты самоубийца, который никак не умрет. Это полумеры, твоя полупозиция. Не ходить на митинги, зная, что власть пристально за ними смотрит. Лучше хайпануть, сняться в клипе в джинсовом комбинезоне. Но тут цимис, успеха бы не было, фортуна нерентабельна. Тот клип вывез припев от Летова и картина Верещагина. Ты годами байтишь классиков, выдавая косвенно за свое. Не подходи к Летову, не трогай Бродского, долбоеб. Настоящий лидер, готов умереть и убить за свое. А ты потребитель, который паразитирует у творцов. Сытый художник без позиции, твой стиль полутона, это полный провал. Тебя впору порвать твоими полумерами. Показываешь легитимность тупой одержимости, а в клипе демонстрируешь лебединую любовь к справедливости. Это показ двуличной сущности. Не тупи ты, паскуда. Твоя лебединая любовь — это петушиный поступок. Петушара дырявый. Первый хуйня, респект на вечное. Делаю раз, ты покекал на первом, я делаю два. Ты покекал на первом, я делаю три. Ты покекал на первом, но показалось, наверное, но в одно мгновение я понял, что есть много ваньков, и от хайпа отказаться никто не готов. Ты хайпожор, ебаный гандон, думал, попадешь опять на лохов твой потолок. Тут так высоко, что не допрыгнуть до него. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебя ставят выше бал, только чтобы подмастить и никак не навредить уязвимой гордости. Но ты никак не бог, и лик твой не икона. И ту пару со мной, я кажется приговором. Мотивы тобой движут святые из подлости. Я тебя насквозь вижу, ты уязвимый полностью. В этой системе ты пленный, не больше тебя перечитает даже Рэмби Сидоджи. Ради искусства можно и спиздеть твой рэп, банальный репортаж. Цыган с Пражки назвал чеченцами, тебя похвалят на подкастеры. Пока строишь из себя опасного творца, но рано праздновать, пацан. Чувак с красной планеты ебет твой рот, это далеко не для красного сварца. Мое имя Марс, каждый день внутренние перепалки и перестрелки. Я хуй ложил на твои батлы, фестивали и концерты. Для победы в этой паре ты кандидат дебильный. Да и как фристайлер ты лучше лишь потому, что не батлил с Фили. Для меня это не противостояние против рэперка. Графомания, даже стыдно вытрать жопу. Твой рэп хуета, это высер высшей пробы. Я так убедительно это подам, ёбаный популист, что судья, отдав за тебя голос, поверит собственный даунизм. Так что меня ничуть не подломила твоя слава и сила. Для меня ты не МС, это батл против гражданина, отца и сына. Я делаю вывод, что существует несколько Нойзов, и каждый из них ищет свое место под солнцем. Но однажды среди ночи ты резко проснешься и не найдешь себя ни в одном из этих Нойзов. Многоликие не становятся классиками. От тебя в сухом остатке не будет даже мокрого места. Не надо питать иллюзии, не надо паразитировать на святом, блядь. Нахуй, Нойзи. Слава марсиянам. Хэштег, блядь. Ведь ты даже не Нойз, а просто Дамилола. Нашу пару с тобой зовут все приговором. Тебя ставят выше бал, только чтобы подмастить и никак не навредить уязвимой гордости. Но ты не...